Евангелие от Матфея, 4 глава. Я говорил вам о том, что нельзя брать из Ветхого Завета правила для новозаветной молитвы. В противном случае вам не избежать недоразумений. Но самое плохое, что результатов у такой молитвы не будет совсем. В Новом Завете есть принципы молитвы, данные нам Иисусом. Мы рассмотрим некоторые из них. У нас не хватит времени, чтобы разобрать все эти принципы. Но вот основные. Это очень ясные принципы молитвы. Первый принцип — не молитесь ради того, чтобы люди это заметили. Чтобы вас заметили, я уделю некоторое время этому принципу. Иисус выделял этот принцип. Он говорил, что молиться мы должны в тайне. То есть, когда мы молимся, не нужно привлекать к себе внимание. Второе. Есть еще один принцип, о котором Иисус говорил очень ясно. Молиться с верой, потому что для Бога важна вера, а не многословие. Для Бога важна вера, а не многословие. Порой мы думаем, что Бог обязательно ответит, если мы будем много говорить. Если вы заметили на наших последних молитвенных собраниях, когда кто-то начинал долго молиться, я говорил им, «Все, достаточно, прекратите молиться». Некоторые думают, если я буду много молиться о чем-то, то это обязательно произойдет. Мы не понимаем, что можем прийти к Богу лишь на несколько секунд и быть конкретным в своих просьбах, и Бог ответит. Иисус говорит, что Бог отвечает на веру, а не на мгновение. Третье. Есть еще один очень важный принцип. Иисус учил молиться Небесному Отцу во имя Иисуса. На одном из наших служений мы уделили этому много времени. Четвертый принцип, о котором говорил Иисус, это ставить Божье Царство на первое место в нашей жизни. Ставить Божье Царство на первое место в нашей жизни. И последний принцип, мы уже говорили о нем, просите, и дано будет вам. Мы уделили много внимания двум принципам, просите и получите, и просите Бога Отца во имя Иисуса. Сегодня я бы хотел уделить внимание трем другим принципам, о которых так ясно говорил Иисус. Давайте начнем с Евангелия от Матфея, 4 главы. Друзья мои, что говорил о молитве Иисус? Мы должны знать, что говорил о молитве Иисус, и тогда, если кто-то будет говорить что-либо о молитве, противоречащее тому, что говорил Иисус, вы не будете обращать на это внимание. Евангелие от Матфея, 4 глава. Давайте прочитаем 4 главу вместе вслух. Готовы? Читаем. «Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Божье слово для вашего духа — то же самое, что пища для вашего физического тела. Божье слово для вашего духа — то же самое, что пища для вашего физического тела. О молитве не так много стихов в Библии. Всякий раз, когда мы учим о молитве, нам приходится повторять одни и те же стихи. Но слава Богу за это. Я могу есть куриное мясо и сегодня, и завтра, и наедаться каждый раз. Очень важно, чтобы мы понимали, что Божье Слово — это пища для нашего духовного человека. В свете этого давайте посмотрим 5 главу Евангелия от Матфея, 38 стих. Матфея 5, 38. Будем читать, наверное, до 44 стиха. Матфея 5, 38. Здесь мы видим слова Иисуса. «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб». Вы открыли этот стих? Все нашли? «Вы слышали, что сказано, око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
Обратите внимание, что в 44 стихе написано: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Иисус призывает нас молиться за обижающих нас. Он говорит, что когда нас предают, мы недавно говорили об этом, когда вас гонят или предают, вы должны молиться за тех, кто обижает и гонит вас. Давайте откроем 25 главу книги Притчей. Иисус призвал молиться за них. Кто-то может сказать: «А мне не хочется молиться за них». Но ведь Иисус повелел молиться за обижающих вас. В книге Притчи в 25 главе, 21 и 22 стихе написано: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, а если он жаждет, напои его водою. Ибо делая сие, ты собираешь горящие угли на головы его, и Господь воздаст тебе». В расширенном переводе 22 стих звучит так: «Ибо поступая так, ты собираешь горящие угли на головы его, и Господь вознаградит тебя». То есть, друзья мои, ваша молитва должна быть сильна не только за тех, кого вы любите. Можете ли вы молиться за тех, кто незаслуженно обижает вас? Можете ли вы молиться за человека, который предал вас, который подвел вас, строил вам козни? Чудеса происходят в жизни человека, который молится не только когда он в церкви, но и когда он сталкивается с врагами. Когда вы в последний раз молились за своих врагов? Что повелел делать Иисус? Он повелел молиться за тех, кто обижает вас, причиняет вам боль и даже предает вас. Очень важную роль в молитве играет правильный настрой или правильное отношение к людям, особенно к тем из них, кто обидел вас. Я уверен, если вы хотите лишить своей молитвы эффективности, тогда игнорируйте слова Иисуса о молитве за обижающих вас. Я гарантирую, что это помешает вашим молитвам. Вполне возможно, что вы не получили ответа на некоторые ваши молитвы, потому что отказались молиться за тех, кто обижал вас. Вы должны обращать внимание на то, что Иисус говорил о молитве. Молитесь за обижающих вас. Возможно, для кого-то это муж или жена. Возможно, близкий человек очень сильно обидел вас. Иисус пытается помочь вам в вашей молитвенной жизни, чтобы вы могли выбраться из той ловушки обиды, в которую попали из-за предательства, чтобы вы могли встать на колени, открыть уста и начать молиться за ваших врагов, за тех, кто обидел вас. Если человек не прекратит обижать вас, он навредит сам себе. А ваше правильное отношение позволяет держать открытой дверь, через которую Бог может войти и в жизни этого человека, и разобраться с ним. Но нельзя молиться за врагов для того, чтобы Бог мог разобраться с ними. Молиться за врагов нужно прежде всего потому, что Иисус повелел молиться. А во-вторых, молиться за врагов нужно ради того, чтобы не допустить в свое сердце обиду. Вам ведь не нужны препятствия в молитве. И нет препятствия большего, чем непрощение. Наше отношение к врагам, а не только к тем, кого мы любим, определяет результат наших молитв. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 6 главу, стихи с 5 по 8. Евангелие от Матфея, 6 главу, стихи с 5 по 8. Сначала прочтем с 5 по 8. А потом с 1 по 5. В 5 стихе написано: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми». Иисус призывает нас не уподобляться таким людям. Он говорит: «Не будьте как те лицемеры, которые пытаются привлечь к себе внимание». Далее он говорит: «Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». То есть вы не получите ответа на молитву, если молитесь для того, чтобы обратить на себя внимание людей. Как только люди обратят на вас внимание, вы получили свою награду. Вы не получите того, о чем молились. Вы уже получили то, ради чего молились — внимание людей. То есть Иисус призывает нас не молиться ради внимания людей. Будем читать 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату свою,
и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники. То есть не нужно повторять фразы или слова. Не нужно повторять одно и то же вновь и вновь, как это делают неверующие, думая, что в многословии своем будут услышаны. Знаете, некоторые люди в своей молитве любят использовать витиеватые выражения. А я думаю, что самый короткий путь — это прямая линия. Слово Божье говорит, что многословие не дает гарантии, что вас услышат. Иисус говорит, что в многословии своем вы не будете услышаны. Он говорит, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Порой люди думают, что могут немного поиграть с Богом. Они используют красивые выражения, повторяют их многократно. Они говорят «Господи Боже, Господи Боже». Они повторяют эти слова вновь и вновь, вместо того, чтобы сразу перейти к делу и сказать «Господи, Ты сказал в Своем Слове, что будет так. Я прошу Небесного Отца во имя Иисуса, и я верю, что получаю просимое». То есть мы должны быть конкретными. А что делаем мы? Отец Всемогущий, величественное имя Твое, может быть, ваше красноречие понравится зрителям, но оно не гарантирует, что Бог даст вам просимое. Если мы хотим получать результаты в молитве, мы должны следовать принципам Иисуса. Первое. Не молиться ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Второе. Не быть излишне красноречивыми и не выражаться витиевато. Делайте, что говорит Библия. Будьте конкретны и не отходите от Библии. А теперь посмотрим на стихи с 1 по 5. «Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Сегодня утром в молитве Господь обратил мое внимание на то, что я замечал, но не придавал этому значения. Я услышал, как Он сказал, обращаясь к различным служениям, «Слуги мои должны быть осторожны. Не нужно прикладывать так много усилий, чтобы угодить людям, а не мне». Я не очень понял, к чему это было, потому что я отношусь к Божьим словам, как к словам, обращенным ко мне. Бог знал, что происходило в моем сердце. Я видел, как люди прикладывают огромные усилия, чтобы рекламировать свое служение. И это не всегда неправильно. Может, в этом и нет ничего плохого, но я считаю, что гораздо лучше делать свое дело в тайне, позволяя Богу вознаграждать явно. Вознаградит ли Бог меня больше, потому что я не делаю свое дело в тайне? А может, будет лучше, если я доверюсь Богу? Ты вознаградишь меня явно за то, что я буду делать в тайне? Мы с Тэффи делали многое в тайне, но старались не придавать этому большого значения. Мы не хотели, чтобы наши поступки стали для нас медалями, которыми мы можем хвалиться перед людьми, рассказывая о своих делах. Я уверен, что Бог очень многое совершил в нашей жизни именно потому, что мы делали многое в тайне. Бог имел возможность вознаграждать нас явно. Я понимаю важность рекламы и маркетинга, но нужно правильно оценивать происходящее в вашем сердце, как говорил Иисус. Каковы мотивы ваших поступков? Что стоит за вашими поступками? Желание получить награду, поздравления, признание? Или за вашими поступками стоит стремление прославить Бога?
Требуются большие усилия, чтобы защитить свою репутацию. Но люди будут думать о вас то, что хотят, несмотря на все ваши усилия. Даже если вы много работаете над своей репутацией, люди все равно будут думать о вас то, что хотят думать. Мы должны осознать силу молитвы. И если я приду к Богу в молитве тайно, то Он позаботится обо мне. Он воздаст нам. Когда вы молитесь в тайне, когда вы жертвуете в тайне, когда вы делаете это не для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, а прежде всего для того, чтобы поступать с любовью, то есть у вас хорошее побуждение, но вы сами должны исследовать свое сердце. Вы сами должны спросить себя о том, зачем мы делаем это. Делаю ли я это с тем, чтобы люди превозносили меня, или потому, что так повелел Иисус? Я молюсь за своих врагов, потому что Иисус повелел мне молиться за врагов. Я жертвую, потому что Иисус повелел жертвовать. Если вы будете хранить свое сердце, ваши мотивы будут чисты. Бог всегда сможет дать вам то, что вы просите. Но если у вас неправильные побуждения, если вы совершаете правильные поступки лишь для того, чтобы это заметили люди, то внимание людей и будет вашей единственной наградой. Наши мотивы — вот что важно Богу. Помните, Библия говорит, что Бог смотрит не на внешность человека, а на сердце. Бог смотрит на побуждение вашего сердца. Вот вопрос, который вы должны задать. Почему я поступаю так? Почему я это делаю? Каковы мои побуждения? Почему я это делаю? Ничего не делайте ради того, чтобы привлечь к себе внимание людей. Иначе внимание людей может стать вашей единственной наградой. Это то, что я хотел бы отметить. Ничего не делайте лишь ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Вы молитесь только в церкви? А дома? А дома? Есть ли у вас тайная молитвенная жизнь дома? Если вы молитесь только в церкви, то пришло время посмотреть правде в глаза. Действительно ли у вас есть молитвенная жизнь? Или вы молитесь в церкви ради того, чтобы казаться духовным? Один человек как-то мне сказал, «Я служу, я молюсь». А я ему, «Что? Ты считаешь это служением? Я считаю это почестью». Иметь возможность молиться, иметь возможность послужить Богу, ходатайствовать за людей. Молитва — это то, что между вами и Богом. Нельзя молиться лишь ради того, чтобы вас увидели люди. Даже в общей молитве вы должны быть настолько сфокусированы на Боге, чтобы вы даже не замечали стоящих рядом с вами. Не нужно смотреть по сторонам, разглядывать, как люди одеты. Нужно сосредоточиться, сфокусироваться на Господе. Мне нравится молиться на ходу. Но если это привлекает внимание, то я этого делать не буду. Я не буду делать ничего, что будет привлекать ко мне внимание. Молясь, я не буду стучать по стенам и делать другие глупости, привлекающие внимание людей. Я хочу, чтобы моя молитва оставалась между мной и Богом. Давайте посмотрим на 7 стих 6 главы Евангелия от Матфея. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». В расширенном переводе это звучит так. «А молясь, не говорите лишнего, не повторяйте одно и то же многократно, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Некоторые считают, что нужно собрать побольше людей, потому что чем больше людей, тем лучше Бог услышит. И нужно говорить как можно больше. Чем больше людей мы соберем, и чем больше слов скажем, тем больше вероятность, что Бог услышит нашу молитву. Это не то, что говорил Иисус. Я понял, что с двумя сильными верующими и пятиминутной молитвой можно добиться большего, чем с 2000 молящихся и миллионами слов. Ответ на молитву не зависит от количества людей и слов. Он слышит, потому что вы Ему верите. Я повторю еще раз. Ответ на молитву не зависит от количества людей и слов. Бог слышит молитву тех, кто верит Ему. Вот и все.
Он слышит вашу молитву, потому что вы верите Ему. Последнее десятилетие, особенно в нашей стране, мы видели очень много странностей в молитве. Многословие, крик, но все безрезультатно. Вот как определяется помазание. Был ли дан ответ? Нет. Вы продолжаете об одном и том же изо дня в день. Люди превратили чудесную возможность общаться с Богом в цирк. И жизни тех, кто этому учит, не позавидуешь. Она разрушена, потому что все это пустое и бесполезное. Бог не отвечает лишь потому, что вам удалось собрать много людей, и они произвели много шума. Бог отвечает на молитвы лишь тех, кто Ему верит. Все очень просто. Я знаю, что не всем понравилось то, что я сказал, но мне все равно. Только бы собрать побольше людей на молитву. Знаете, что сказал Иисус? Если двое или трое согласятся просить о чем-либо, то что дальше? Будет им. Трое, а не 500. Если 500 согласятся, это хорошо. Но в этом не будет больше силы, чем в молитве двоих или троих. Главное, верим ли мы в эту молитву? Я раньше говорил с сестрой Кэрол. Я помню, как она расстраивалась, что на молитву приходило столько людей. Она подходила к людям и спрашивала, зачем они пришли. Она говорила: «Дай мне 5 лучших, которые действительно верят в Бога, которые не сетуют, не просят консультирования. 5 лучших людей». Ходатайственная молитва — это не то место, куда люди приходят ради себя. Группа ходатайственной молитвы — это люди, которые хотят, чтобы Бог через них мог прикоснуться к жизни другого человека. Если через это вы сами получаете благословение, это нормально, но не в этом цель ходатайства. Вот что такое ходатайственная молитва. Это молитва не ради себя, но приходя на молитву, по крайней мере, верьте в Божье Слово. Посмотрите, что написано в 8 стихе. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Зачем молиться, если Он и так все знает? Зачем молиться? Зачем молиться, если Он уже все знает до того, как я помолюсь? Потому что Он просил. Вот поэтому я и молюсь, потому что меня об этом попросил Бог. А теперь взгляните на стихи с 9 по 13. Я рассказывал о молитве «Отче наш». Это было время перехода от ветхозаветных принципов к новозаветным. Кровь Иисуса еще не пролилась. Это была молитва на границе старого и нового. И когда его спросили, как нам молиться, Он ответил: «Пока молитесь так». В Иоанна 16 написано: «Наступит время, когда вы больше ничего не попросите у Меня, но будете просить у Моего Отца во имя Мое, и Он даст вам». Вам нужно кое-что понять о молитве «Отче наш». Это не новозаветная молитва. Когда звучала эта молитва, люди все еще действовали в соответствии с ветхозаветными принципами. Это не новозаветная молитва. Некоторые называют эту молитву молитвой грешника, потому что на тот момент не было рожденных свыше людей. Вы можете очень многому научиться из молитвы «Отче наш». Вы можете увидеть принципы, как молиться. И в 9 стихе мы читаем: «Молитесь так». То есть Бог дает указания, как молиться. «Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Многие думают, что эта молитва — новозаветный образец
для современной церкви, но это не так. Это молитва не во имя Иисуса. Иисус дал эту молитву своим ученикам в то время, когда Ветхий Завет уходил и вступал в силу новый. Перед тем, как уйти, Иисус сказал это в 16 главе Евангелия от Иоанна. И я только что сказал вам это. До сих пор вы ничего не просили у меня. Теперь просите, да будет ваша радость совершенна. Молитесь Отцу во имя Иисуса, и Он услышит вас. В молитве «Отче наш» вы ничего не просили, а теперь просите. В молитве «Отче наш» вы ничего не просили, а теперь просите. Молитвенный закон Христа коротко изложен здесь. Принцип молитвы Христа изложен в молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш» — это основание молитвенных отношений с Богом. Эта молитва открывает для нас саму возможность этих отношений, «Ава Отче». Это провозглашение Бога нашим Отцом. Ефесянам 3 глава. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Мы видим подтверждение этого в Иоанна 16, 23. Мы должны молиться Отцу во имя Иисуса. Он подтверждает это в послании к Ефесянам 3, 14. Здесь написано: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Иисус учит нас, что назаветная молитва — это молитва Отцу во имя Иисуса Христа. Бог — Творец всего, но Он не Отец всего. Вы это знаете, не так ли? Бог создал всех. Он Творец всех и всего, но не Отец. Это понятно, да? Он создал каждого человека, но не отец для каждого. Вы должны родиться в его семье, чтобы он стал вашим отцом. Посмотрим Евангелие от Иоанна 8:44. Иоанна 8 глава, 44 стих. Что Иисус говорил о молитве? Он обращается к фарисеям, которые старались жить по закону. Посмотрите, что он говорит им. Иоанна 8:44. Фарисеи, которые старались жить по закону. Ваш отец — дьявол. Представьте себе. Сегодня утром в молитве Господь обратил мое внимание на то, что я замечал, но не придавал этому значения. Я услышал, как он сказал, обращаясь к различным служениям: «Слуги мои должны быть осторожны. Мне нужно прикладывать так много усилий, чтобы угодить людям, а не мне». Я не очень понял, к чему это было, потому что я отношусь к Божьим словам как к словам, обращенным ко мне. Бог знал, что происходило в моем сердце. Я видел, как люди прикладывают огромные усилия, чтобы рекламировать свое служение. И это не всегда неправильно. Может, в этом и нет ничего плохого, но я считаю, что гораздо лучше делать свое дело в тайне, позволяя Богу вознаграждать явно. Вознаградит ли Бог меня больше, потому что я не делаю свое дело в тайне? А может, будет лучше, если я доверюсь Богу? Ты вознаградишь меня явно за то, что я буду делать в тайне. Мы с Тэффи делали многое в тайне, но старались не придавать этому большого значения. Мы не хотели, чтобы наши поступки стали для нас медалями, которыми мы можем хвалиться перед людьми, рассказывая о своих делах. Я уверен, что Бог очень многое совершил в нашей жизни именно потому, что мы делали многое в тайне. Бог имел возможность вознаграждать нас явно. Я понимаю важность рекламы, важность маркетинга, но нужно правильно оценивать происходящее в вашем сердце, как говорил Иисус. Каковы мотивы ваших поступков? Что стоит за вашими поступками? Желание получить награду, поздравления, признание,
Или за вашими поступками стоит стремление прославить Бога? Требуются большие усилия, чтобы защитить свою репутацию. Но люди будут думать о вас то, что хотят, несмотря на все ваши усилия. Даже если вы много работаете над своей репутацией, люди все равно будут думать о вас то, что хотят думать. Мы должны осознать силу молитвы. Если я приду к Богу в молитве тайно, то Он позаботится обо мне. Он воздаст нам. Когда вы молитесь в тайне, когда вы жертвуете в тайне, когда вы делаете это не для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, а прежде всего для того, чтобы поступать с любовью, то есть у вас хорошие побуждения. Но вы сами должны исследовать свое сердце. Вы сами должны спросить себя о том, зачем вы делаете это. Делаю ли я это с тем, чтобы люди превознесли меня, или потому, что так повелел Иисус? Я молюсь за своих врагов, потому что Иисус повелел мне молиться за врагов. Я жертвую, потому что Иисус повелел жертвовать. Если вы будете хранить свое сердце, ваши мотивы будут чисты, Бог всегда сможет дать вам то, что вы просите. Но если у вас неправильные побуждения, если вы совершаете правильные поступки лишь для того, чтобы это заметили люди, то внимание людей и будет вашей единственной наградой. Наши мотивы — вот что важно Богу. Помните, Библия говорит, что Бог смотрит не на внешность человека, а на сердце. Бог смотрит на побуждение вашего сердца. Вот вопрос, который вы должны задать. Почему я поступаю так? Почему я это делаю? Каковы мои побуждения? Почему я это делаю? Ничего не делайте ради того, чтобы привлечь к себе внимание людей. Иначе внимание людей может стать вашей единственной наградой. Это то, что я хотел бы отметить. Ничего не делайте лишь ради того, чтобы привлечь к себе внимание людей. Вы молитесь только в церкви, а дома? А дома? Если у вас тайная молитвенная жизнь дома, если вы молитесь только в церкви, то пришло время посмотреть правде в глаза. Действительно ли у вас есть молитвенная жизнь? Или вы молитесь в церкви ради того, чтобы казаться духовным? Один человек как-то сказал мне: «Я служу, я молюсь». А я ему: «Что? Ты считаешь это служением?» Я считаю это почестью — иметь возможность молиться, иметь возможность послужить Богу, ходатайствовать за людей. Молитва — это то, что между вами и Богом. Нельзя молиться лишь ради того, чтобы вас увидели люди. Даже в общей молитве вы должны быть настолько сфокусированы на Боге, чтобы вы даже не замечали стоящих рядом с вами. Не нужно смотреть по сторонам, разглядывать, как люди одеты. Нужно сосредоточиться, сфокусироваться на Господе. Мне нравится молиться на ходу. Но если это привлекает внимание, то я этого делать не буду. Я не буду делать ничего, что будет привлекать ко мне внимание. Молясь, я не буду стучать по стенам и делать другие глупости, привлекающие внимание людей. Я хочу, чтобы моя молитва оставалась между мной и Богом. Давайте посмотрим на 7 стих 6 главы Евангелия от Матфея. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». В расширенном переводе это звучит так: «А молясь, не говорите лишнего, не повторяйте одно и то же многократно, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Некоторые считают, что нужно собрать побольше людей, потому что чем больше людей, тем лучше Бог услышит, и нужно говорить как можно больше. Чем больше людей мы соберем, чем больше слов скажем, тем больше вероятность, что Бог услышит нашу молитву. Это не то, что говорил Иисус. Я понял, что с 2 сильными верующими и 5-минутной молитвой можно добиться большего, чем с 2000 молящихся и миллионами слов. Ответ на молитву не зависит от количества людей и слов. Он слышит, потому что вы ему верите. И я повторю еще раз.
Ответ на молитву не зависит от количества людей и слов. Бог слышит молитву тех, кто верит Ему. Бог слышит молитву тех, кто верит Ему. Вот и все. Он слышит вашу молитву, потому что вы верите Ему. Последние десятилетия, особенно в нашей стране, мы видели очень много странностей в молитве. Многословие, крик, но все безрезультатно. Вот как определяется помазание. Был ли дан ответ? Нет. Вы продолжаете об одном и том же изо дня в день. Люди превратили чудесную возможность общаться с Богом в цирк. И жизни тех, кто этому учит, не позавидуешь. Она разрушена. Потому что все это пустое и бесполезное. Бог не отвечает лишь потому, что вам удалось собрать много людей, и они произвели много шума. Бог отвечает на молитвы лишь тех, кто Ему верит. Все очень просто. Я знаю, что не совсем понравилось то, что я сказал, но мне все равно. Только бы собрать побольше людей на молитву. Знаете, что сказал Иисус? Если двое или трое согласятся просить о чем-либо, то что дальше? Будет им. Трое, а не 500. Если 500 согласятся, это хорошо, но в этом не будет большей силы, чем в молитве двоих или троих. Главное, верим ли мы в эту молитву? Я раньше говорил с сестрой Кэрол. Я помню, как она расстраивалась, что на молитву приходило столько людей. Она подходила к людям и спрашивала, зачем они пришли. А она говорила, дай мне 5 лучших, которые действительно верят в Бога, которые не сетуют, не просят консультирования. Ходатайственная молитва — это не то место, куда люди приходят ради себя. Группа ходатайственной молитвы — это люди, которые хотят, чтобы Бог через них мог прикоснуться к жизни другого человека. Если через это вы сами получаете благословение, это нормально. Но не в этом цель ходатайства. Вот что такое ходатайственная молитва. Это молитва не ради себя. Но приходя на молитву, по крайней мере, верьте в Божье Слово. Посмотрите, что написано в 8 стихе. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Зачем молиться, если Он и так все знает? Зачем молиться? Зачем молиться, если Он уже все знает до того, как я помолюсь? Потому что Он попросил. Вот поэтому я и молюсь, потому что меня об этом просил Бог. Я рассказывал о молитве «Отче наш». Это было время перехода от ветхозаветных принципов к новозаветным. Кровь Иисуса еще не пролилась. Это была молитва на границе старого и нового. И когда его спросили, как нам молиться, он ответил, «Пока молитесь так». В Иоанна 16 написано, «Наступит время, когда вы больше ничего не попросите у Меня, но будете просить у Моего Отца во имя Мое, и Он даст вам». Вам нужно кое-что понять о молитве «Отче наш». Это не новозаветная молитва. Когда звучала эта молитва, люди все еще действовали в соответствии с ветхозаветными принципами. Это не новозаветная молитва. Некоторые называют эту молитву молитвой грешника, потому что на тот момент не было рожденных свыше людей. Вы можете очень многому научиться из молитвы «Отче наш». Вы можете увидеть принципы, как молиться. И в 9 стихе мы читаем, молитесь же так. То есть Бог дает указания, как молиться. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. Многие думают, что эта молитва — новозаветный образец для современной церкви, но это не так. Эта молитва не во имя Иисуса. Иисус дал эту молитву своим ученикам в то время, когда Ветхий Завет уходил и вступал в силу новый. Перед тем, как уйти, Иисус сказал, это в 16 главе Евангелия от Иоанна, «И я только что сказал вам это. До сих пор вы ничего не просили у меня». Теперь просите, да будет ваша радость совершенна. Молитесь Отцу во имя Иисуса, и Он услышит вас. В молитве «Отче наш» вы ничего не просили, а теперь просите. В молитве «Отче наш» вы ничего не просили, а теперь просите. Молитвенный закон Христа коротко изложен здесь. Принцип молитвы Христа изложен в молитве «Отче наш». Молитва «Отче наш» — это основание молитвенных отношений с Богом. Эта молитва открывает для нас саму возможность этих отношений. Авва, Отче, это провозглашение Бога нашим Отцом. Ефесянам 3 глава. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Мы видим подтверждение этого в Иоанна 16:23. Мы должны молиться Отцу во имя Иисуса. Он подтверждает это в послании к Ефесянам 3:14. Здесь написано, «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Иисус учит нас, что новозаветная молитва — это молитва Отцу во имя Иисуса Христа. Бог — Творец всего. Но Он не Отец всего. Вы это знаете, не так ли? Бог создал всех. Он Творец всех и всего, но не Отец. Это понятно, да? Он создал каждого человека, но Он не Отец для каждого. Вы должны родиться в Его семье, чтобы Он стал вашим Отцом. Посмотрим Евангелие от Иоанна 8:44. Иоанна 8 глава, 44 стих. Что Иисус говорил о молитве? Он обращается к фарисеям, которые старались жить по закону. Посмотрите, что Он говорит им. Иоанна 8:44. Фарисеи, которые старались жить по закону. Ваш отец — дьявол. Представляете? И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. То есть отцом некоторых людей стал дьявол, а отцом других людей стал Бог. А есть люди, которые говорят, что все мы дети Божьи. Нет, мы все Его творения, но Его детьми мы становимся лишь тогда, когда рождаемся в Его семье. Божье Слово говорит, что правильная молитва должна начинаться с поклонения. Молитва «Отче наш» учит тому же. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Здесь говорится о том же. Молитва должна начинаться с поклонения. Давайте откроем книгу Деяний, 4 главу. Чему мы можем учиться, читая молитву «Отче наш»? Это своего рода карта молитвы. Деяния, 4 глава, 23 стих. Молитву «Отче наш» нужно рассматривать как руководство или инструкцию к молитве, а не как молитву, которой мы должны молиться. Мы приходим к Небесному Отцу, прославляя Его имя. Да святится имя Твое. Ранее мы говорили о том, что мы входим кровью Агнца. Именно так мы и становимся Его детьми. Кровью Агнца. Кровью Иисуса я вхожу с благодарением. Так я и начинал бы молитву. Так я и делаю до сих пор. Я начинаю словами. Отец Небесный, я благодарю Тебя за кровь Иисуса. Спасибо, что благодаря крови Иисуса я могу называть Тебя Отцом. Это первое, что я говорю в молитве. Я прихожу с благодарением. Спасибо, Господи, что благодаря крови Христа я могу называть Тебя Авва, Отче. Спасибо, что Ты мой Отец. Давайте рассмотрим все остальное. Спасибо, что благодаря крови Христа я обрел возможность обращаться к Тебе, когда мне трудно. Помоги мне, Господи, быть святым и чистым. Помоги мне, Господи, поступать с любовью. Спасибо Тебе за Твою кровь. Спасибо, что благодаря крови Христа я знаю волю Твою и имею доступ
ко всей мудрости и духовным знаниям. Спасибо, что благодаря крови Христа я здоров, душевно и физически. Спасибо, что благодаря крови Христа меня никогда не покидает присутствие Святого Духа. Спасибо, Господи, что благодаря крови Иисуса у меня есть право получать ответы на свои молитвы. Давайте сделаем это вместе прямо сейчас. Повторяйте за мной. Отец Небесный, спасибо Тебе, Господь, за кровь Иисуса. Спасибо за то, что благодаря крови Христа я могу называть Тебя Отцом. Я могу молиться Тебе, Отец. Спасибо, что благодаря крови Христа я обрел право с дерзновением приступать к престолу Божьему и просить о помощи, когда мне трудно. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса у меня есть мудрость Божья. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я праведность Божья. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я освящен. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я искуплен. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я обрел право на постоянное присутствие Святого Духа. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я обрел право быть здоровым в духе, в душе и в теле. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я обрел право на обетование Нового Завета. Спасибо за то, что благодаря крови Иисуса я обрел право получать ответы на все мои молитвы. Теперь вы чувствуете себя легче. Вот так вы начинаете молитву. До того, как перейдете к просьбам, вам нужно войти в Его присутствие с благодарением. Вы входите в Его присутствие через кровь Христа и с благодарением. Это важно. Вы не входите через благодарение. Вы входите в Его присутствие через кровь Иисуса. Вы входите через кровь с благодарением и хвалой. Вот так вы это делаете. Вы только что вошли в Его присутствие через кровь с благодарением и хвалой. Составьте список всего, что вы обрели благодаря крови Иисуса, и скажите: «Отец, кровью Иисуса я обрел право прийти к Тебе. Я обрел это право кровью Христа. Я вхожу в Твое присутствие через кровь. Я верую в действие этой крови. И я благодарю Тебя за то, что я обрел благодаря этой крови». Именно об этом и написано в Откровении. Мы побеждаем дьявола кровью Агнца и словом свидетельства нашего. Что такое слово нашего свидетельства? То, что произошло вчера вечером? Нет. Это свидетельство о том, что мы обрели благодаря крови Иисуса. Мы входим в Его присутствие, свидетельствуя о Его крови. Дьяволу это не нравится. Это сводит его с ума, потому что он видит, что хорошо информированный христианин входит в Божье присутствие, свидетельствуя о том, что для него сделала кровь Иисуса. Вот так вы входите в Его присутствие. Я только что это продемонстрировал. Так и начинается молитва «Отче наш, сущий на небесах». Слава Господу, у нас есть доступ к Богу через кровь Иисуса. Далее Иисус говорит: «Да святится имя Твое». Я думал, что Его имя — святки. «Да святится имя Твое». Почитание Его имени. Мы входим в служение Господу. Я прославляю и почитаю Его имя. Что я делаю? Я прославляю Его имя. Вот что я делаю. Я сегодня почитаю Твое имя. Ты мой Иегова Ире, мой обеспечитель. Да святится имя Иегова Цитхану, моя праведность. Я почитаю имя Иегова Рафа. Я почитаю имя Иегова, знамя мое, Иегова, спаситель мой. Да святится имя Твое, Ты мой Эль-Шадай, Ты Эль-Элион, Бог Всевышний,
«Ты великий, я есть». Таким образом, вы возвеличиваете его имя. Кто-то спросит, а обязательно говорить на иврите? Нет. «Ты праведность моя, ты святость моя, ты победа моя, знамя мое, исцеление мое, ты мой обеспечитель, ты мой финансист, сегодня ты Элион, ты мой Эль-Шадай». К тому времени, когда вы завершите эту часть, вы будете просто гореть. Вы будете в Божьем присутствии. А когда вы в Божьем присутствии, все волнения и переживания сами побегут от вас. Как бы вы себя ни чувствовали, переживания уходят. Когда вы входите в Божье присутствие таким образом, Иисус дал своим ученикам молитву «Отче наш», чтобы научить их, как приближаться к Богу в молитве, через кровь, с благодарением и хвалой, возвеличивая Его имя. Откройте 4 главу книги Деяний, стих 23 и 24. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Это то, что мы делаем. Это и есть поклонение. Поклонение — это то, что мы отдаем Ему, не ожидая ничего взамен. Вы просто прославляете Бога. Ты сотворил небеса, ты сотворил землю, ты великий Бог, ты мой обеспечитель. Вы просто прославляете Бога. Вы поклоняетесь Ему. Вот что значит «да святится имя Твое». Молитва «Отче наш» говорит о человеческом прощении, как о чем-то подзаконном. Это прощение является условием Божьего прощения. Когда вы читаете эту молитву, вы видите, что человеческое прощение находится под законом, но оно должно достичь уровня божественного прощения. Давайте откроем Матфея 6, стих 12. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь речь не идет о прощении под законом. Это лишь условие Божьего прощения. Мы прощаем не так. Прощение в Новом Завете — это прощение по благодати. Так прощает Бог. Так должны прощать и мы. Об этом говорится в послании к Ефесянам 4:32. Давайте откроем, чтобы и вы увидели это. Как прощаем мы? Мы принимаем решение простить. Мы не прощаем в зависимости от того или этого. Мы прощаем независимо от того, что сделали наши обидчики. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Мы прощаем так, как простил Иисус, и не ставим свое прощение в зависимость от того, что сделали наши обидчики. Давайте вернемся к 30 стиху. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Вы оскорбите Святого Духа, если не простите. Послание к Ефесянам написано христианам, а не грешникам. Грешники не могут сделать того, что говорится в 32 стихе. Они не могут прощать друг друга. Это могут только христиане. Только человек, исполненный духа любви, может прощать своих врагов. Божье Слово призывает нас прощать, как Христос простил нас. Давайте вернемся к 6 главе Евангелия от Матфея. 5 стих. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Мы это очень хорошо понимаем. А теперь давайте откроем Матфея 23, 14. Давайте прочтем этот стих вместе. Матфея 23, 14. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение.
Мне нравится, как это звучит в расширенном переводе Библии, потому что этот перевод ясно показывает, что значительная часть 14 стиха была добавлена переводчиком. «Горе вам, книжники и фарисеи, притворщики и лицемеры, потому что вы отбираете у вдов, и для того, чтобы скрыть все это, вы долго молитесь». «Зато примите тем большее осуждение и более суровый приговор». Здесь вновь речь идет о том, что делают лицемеры, желая привлечь к себе внимание. Здесь говорится о длинных притворных молитвах. В 6 главе Евангелия от Матфея говорится о молитве ради того, чтобы привлечь внимание людей.